Всем привет! Сегодня у нас небольшой обзор домкрата подкатного. Купил я его недавно. Стоит он не особо дорого. Здесь с небольшим тысячи. Он находится в кейсе. У него такая вот небольшая документация. Ну, тут видно модели, грузоподъемность, вес, ну, ихний вес. У меня получается, модель тут не указана, но это двухтонник, сразу видно. Он так, в принципе, нормально весит, ручка к нему, ну и по сути весь набор, весь комплект, который есть. Машину я еще пока им не поднимал. Вот, кстати, вот здесь вот есть вся вот эта характеристика. Вес 6,5 кг, высота подхвата 137, высота подъема 332 мм. Вот в этом вопросе я немного глуп. Я не знаю, какую высоту подъема мне надо было брать. Но я взял что-то среднее. Вот эта вот резиновая накладка, в комплекте она не шла, я ее купил отдельно, стоит она в районе 100 рублей. Вот. То есть домкрат я проверял, он рабочий. Единственное, только надо вот здесь вот привыкать, здесь вот, ну, фокусируйся, обратный клапан. Вот он. То есть его надо поворачивать. Прежде чем, короче, пользоваться, надо сначала закрыть его. Сейчас я его закрою быстренько. Давай, закрывайся. Все, вот, закрыл. Так. Автофокус заработал. Ну, теперь давайте смотреть. Поднимается он, кстати, на достаточно высокую. Такую. Достаточно высоко. Жаль, что нельзя как-то увеличить ход самой вот этой штуки. Вот. То есть маленький, компактный. Вот все. Его максимальная высота. В принципе, я думаю, должно хватить. То есть, если что, какую-то проставку можно подставить. Ну, у меня машина, в принципе, не такая уж высокая. Да и вторая машина тоже. Ну, так он отпускается. Открываем до конца клапан. И все. По сути, вот такой вот. Он обычный. Я стоял в магазине, выбирал. Взял, который покомпактнее. Решил проверить. Если что-то будет не так, я его просто верну в магазин. А видео о том, как он поднимает машину, удобен он или нет, будет позже. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки.